Если бы российское жюри поставило бы там Джамале там 5 или 6 или 7 баллов, то они бы никто бы из зрителей не удивился, а государственные чиновники были бы, конечно, возмущены их поведением. Mm-hmm. А здесь, по-моему, наоборот. Здесь, если бы получил бы Лазарев там 6 или 8, или там неважно сколько баллов, то здесь никто бы из чиновника ничего бы не сказал, что там же в жюри известные люди, там актеры, люди со своими репутациями. Никто бы им не стал звонить и говорить: ах ты сволочь, ты почему отдал голоса российскому певцу? А вот действительно их знакомые, родственники или там подписчики в социальных сетях, да, писали бы им массу неприятностей. У меня дурацкий вопрос. Какая модель предпочтительная, Виталик? Я бы отказал. Я как журналист, конечно, хотел бы, чтобы... Считаю, что лучше, чтобы чиновник тебе не звонил. Потому что я с обществом как-то сам могу разобраться. А с чиновником сложнее, потому что у него в руках административный рычаг. Ой, Виталий, я как раз как директор национальной компании сказал бы ровно наоборот. С властями мне разбираться очень просто. Это потому что вы чиновник, потому что... Я не был никаким чиновником. Ну, я имею в виду, по сути, да, вы... Нет, на самом деле очень просто. Звонят, я просто выключаю телефон и кладу его. И это легко, поверьте мне. А вот с общественным мнением мне гораздо тяжелее. Я воспринимаю все близко к сердцу, очень близко. Чиновники мне безразличны.